День был предыдущий очень напряженный, были обстрелы города Харькова. На самом деле, каждый день мы имеем определенное количество прилетов. За последнюю неделю интенсивность таких обстрелов города Харькова резко возросла, и география тоже совершенно различная. Сегодня нет в городе Харькове районов, которые были бы полностью безопасно, и поэтому я обратился к жителям города Харькова, к нашим харьковчанам, чтобы они соблюдали максимальную осторожность и по возможности не выходили из дома, потому что мы имеем обстрелы, и в основном гибнут люди тогда, когда они находятся на открытом пространстве возле своих домов или в скверах, на источниках, в парках. Поэтому я обратился к нашим харьковчанам. То, что касается сегодняшней ночи, то более или менее она прошла спокойно, были взрывы, слышались взрывы, но это была область, близлежащие районы области от города, поэтому все-таки ситуация напряженная, но она контролируемая, так как это возможно во время военных действий.